Туристический сервер «Закарпатья» и туристический клуб «Альфокс» представляют. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале YouTube «Альпийский лис» «Альфокс». И сегодня мы с вами должны побывать в селе Стричава. Село Стричава, Великоберезнянский район, Закарпатская область. До села Стричава влево от основной трассы на Львов 3 километра. И эти 3 километра мы проделаем среди двух огромных гор к перевалу, с которого будет открываться прекрасная панорама села Княгиня. В селе Княгиня, как вы помните, упал метеорит, который послужил прообразом для романа Жюля Верна. И сегодня мы побываем на этом перевале. Итак, впереди село Стричава. Возраст села Стричава местные жители не помнят, но говорят, что церковь уже была в 1700 году. Фотографии Ужанского национального природного парка с картами. И по этой дороге мы будем двигаться в направлении села Стричава.